Բարևձեզ, հարգելի լրագրողներ, սկսում ենք Արարատ Արմենիա Ուրարտու հանդիպման Խաղի Մամուլի Ասուլիսը, որին ներկայ է Ուրարտուի գլխավոր մարզիչ Դմիտրի Գունկոն. Դմիտրի Մաչ, ваш комментарий о матче. А можно сразу с вопросов? Давайте. Харцер? Во-первых, я хотел спросить, как раз ты тоже комментарий к матчу, что вы скажете о матче, а потом в случае опоздания. Ну, кубковая игра с очень сильной командой. Естественно, мы готовились, понимали, как будет строить игру команда соперника. Единственное, мы не знали, каким составом выйдет на сегодняшний матч Арарат Армения. Можно дальше? Но думаю, что матч прошел полностью под нашим контролем. У меня немного вопрос вне игры. Вот игроки, когда играют против своих бывших клубов, они обычно не особо празднуют свои голы. Вы играли против бывшей команды. И что переживает тренер в этот момент? Не только тогда, когда он выигрывает бывший клуб, а еще и выбивает из кубка. Ну, я сконцентрирован только на игре, естественно, и до матча, и тем более во время матча. Но особых эмоций я не испытывал. У меня со всеми футболистами хорошие отношения команды Арарат Армения. Да, у нас в прошлом чемпионате не все получилось в концовке, но при этом отношения, которые сложились, они спортивные. И сегодня была борьба на футбольном поле, и вы видели, какая она. Естественно, это спорт, это футбол. Думаю, что счет закономерный, наверное, по игре. И еще один вопрос вне игры снова. За кого болеть на чемпионате мира? У нас отдельная история про чемпионат мира. Ее очень долго рассказывать. Мы в команде каждый болеет за свою сборную. А, именно вы? Мне достался Эквадор. Спасибо. Спасибо.